диджей пошел. Блин, дрифтим мы. Что тут, каток? Тупо каток. Да, каток жесткий. Витя начинает свой ржищевский дрифт. Нормально угла даем. Включил. Так, мы в дрифте. Нормально крутанулись. Дрифтанул. Что, по традиции, Руслан? Дрифтовать? А, давай. Мы как... заезжать через этот? Нормальное кино получается. Скоро на всех въездах на заправке в Киевской области это фото, типа этого не пускать, типа как в казино. Да? Этот портит газон. Так, Нива. Что там за сложность? Не заехала. Вот дорога прямая была тут. И она проглядывалась оттуда. Можно было срезать. Да, очень много снега. Такая снежная каша упирается вот прямо. Уперся. И все. И клиренса мало тут. Это самая сложная, наверное, горка. А где остальные все? Ну, даже до своего места. Так, зацепились. Нива. За Вранглером. Идет. Паре легче. Ну, сейчас Нива в стоке. Без отягощения лишнего. Там пилот тяжелый, но и нога у него. Смотрите, что творит. Просто дубасит и все. Карбюратор хороший. На бензине, смотрите, просто едет. Фантастика. Следующий кто там, можно ехать. Так, FJ. Я думаю, уже опыт появился. С каждой горкой легче и легче идет. Красиво. Патриот. С бородачом. Бородач выдохся. Бородач. Бородач, да. Так, Олег. Видите, когда прокатывают немножко, сразу легче. Так, это соточка. Тоже без напряга. С Лёрем поедем. Прада в стоке. Да, едет. Санька, газу, газу, Саня, газу. Мало газу. Спорт. Больше газу.
Да, пробили траекторию. Было накопано все. Пошли. Две машины блокируют. Не пойдет. Какой, Женя? 70. А? 70. А, тоже он не едет? Здорово. Что за машина идет? Я поймал тачку. Пока. Ты едешь, дельфин? Не, я злой. Ух, вот это я попал в Ташкент. Стеклоподъемники тут все есть. Шикарно едет. Все, пробили траекторию. Не, вон это то не первое было, а то дальше, чтобы она в середине где-то, да. И тогда бы она по пробитому шла бы. Ну ничего, нормально. Всех зато видно, поснимали. Часть бригады оторвалась немножко. Вот какую-то цивилизацию уже въехали. Ого, тут живут люди, слышишь? Жестячок. Так, тут спуск. Тормоза барабанные? Да. Да? Ого, какое село. Оторвано, да? Или это дачи? Так думаю, что это уже Ходоров. Да? Глухие места. А вот дом интересный, на курьих ножках, да? Похож, или на рессорах. Что-то одно из грань. Знак есть, посмотри. Красиво. Люди далеко не могут. Ну давай подождем. Медленно поедем. Так, спуск теперь. Такой. Прикинь, тут людям домой заехать, реально. Да. Без полного привода и спущенных шин. Хороших не заедешь. Хорошо спущены, кстати. Хорошо спущены. Да, до 0,5 где-то. Даже на Субарике каком-то. Нет, тебя спустили, вообще машина в дорогу начинает. Да, она же мягче. Да. Что это за гора перед нами? А Днепр левее? Днепр, да. А, это залив типа, да? Да. Красивые места. Давай влево режь, а то Андрюха поехал. Резанешь за ним или нет? Или опасно? Тут не резанешь, тут не там дальше можно. Справа давай. А, уже поехали. А, там объезжают, вон дальше можно, да? Для серьезных автомобилей влево можно резать. У тебя сейчас должен идти на этом давлении нормально. Влево можно. Пойдет. Это пляж или что это? Да я думаю, что да. А ну попробуй влево. Да ты что вообще? А, вояки же, блин, рулят. Ну вот и вся банда здесь. Где ж Витя, ё-моё? Где же Витя, а ну? Не видно его, наверное, уже дома. Он уехал же? Да не знаю, где-то пропал. Да, места красивые. Залив такой. Станевского водохранилища. А где Витя Убер пропал? Где-то спереди. Да нету его. Давай туда спустимся. Фарватер он отмечен даже. Так, дрифтер выходит. Со стажем на арену. И тут нормально можно дрифтануть. Вот еще один дрифткар.
пошел. Я такой поглубже заходит. Давай, пацаны, поехал. Крис, прием. Мужики, не рискуйте, я помогу выжить. Под воды 15 сантиметров, повершусь и тут пол. Да чё же к церкви поехали? Замкнем круг. Еле догнал. Витя, а где ж ты пропал? Ёлки, я тебя... так за тобой скучал, мне так тебя не хватало. Если бы ты только знал... А куда мы едем? Мы не туда едем, нам прямо ж. Сейчас, где нам крузак? Хочу его жопой ударить. Стой! О, снег пошел. А куда мы едем? Куда-то еще чуть-чуть. Туда-сюда. Разворот опять? Ну, красивые места, конечно, вообще. Так, ты что, порубили знатно, да? Да, только я тебя не видел, ты все время где-то был. Просил же, не уезжай, побудь со мной. Я прогнал, понимаешь? Ну, вообще ты, конечно. Фото какие шикарные, блин. Аппараты. Ну, ты тоже пропустил момент, когда мы пилили дерево, знаешь, какой? Ага. Ну ты снял хоть что-то или нет? Да, да. Снег пошел, наконец-то зима начинается опять. Как хорошо сегодня. Сегодня не очень холодно, не так, как тогда, можно нормально. Да. Что у тебя с ногами, замерзли? Оделся ты уже ноги? Сейчас, мне тут надо тут квадру пока деть обратно. Ну это я не смогу сделать. У меня заняты руки. Красивый вечер. Все, потемнело моментально. Едем в лагерь. Ёлки, я отвык от этой машины. Слышь, тут вообще вроде зима вечная, мерзлота какая-то, да? Здесь? Ага, смотри, вообще асфальт не видно, ничего. Просто жестко. Сапоги ты уже жалеешь, что ты вчера не купил, так, да? Конечно. Конечно. Так сказал бы, я бы заехал, купил. Ну так, как да это... я что-то понял. Даже с утра мы могли сегодня купить, 8 заехать. Я в прошлый раз покупал. Да успели бы, мы еще сколько стояли, там плясы точили. Что тут шаттл на капоте у нас. Идем четко. Так, в дрифте зашли. В дрифте и выйдем. Осторожно, что-то они остановились, аварийку включили. Витя, в сугроб уходи. Уходи в сугроб, режь через сугробы. Да, что ты замерз? А это какая-то буксует, дрифтит. А слева вода, наверное, тоже, да? Так, Витя в дрифт начинает уходить. Витя там, чтобы мы в прорубь не попали. Мы в дрифте идем, как обычно, в это время. Время дрифта у Вити. Витя, время дрифта. Витя просыпается, бы спать хочет. Вот это тут снега, посмотри, вообще нереалово. Просто бруствер. Начистили. Да, метель классическая пошла. Класс. Вообще как в сказке. Такой рейдик сегодня. Да, рейдик неплохой. Полигона, конечно, не хватало нам сегодня. И сани на Рубиконе. В общем и целом были моменты неплохие. Если бы я тебя на правильную траекторию не направил, то и вспомнить нечего было бы. Не, ну если бы ты слушал и раньше заехал, то было бы все хорошо. Сноуборд только зря тащили, ничего не протестировали. Не, ну ты показал на сноуборде нормальное там фигурное катание. А ты видел, не? Ну конечно. Концовку. Финальную программу ты произвольную включил. Так, мы в дрифте.
нормально крутанулись. Дрифтанул. Нормально. Еле успел включить камеру. Я лазульку не так нажал. Да? Потерял опыт чуть-чуть, да? Конечно, ты на расслабоне еду. Сосредоточься. Убер разворачивают на ходу. Не, хотел заказ принять срочный просто. Надо было задом дубасить, да? Не так стали. Ну да. Вот так. Витя, Витя. Неправильно зашел. Один или два? Давай один. Спасибо. Бананы нашлись. Другое дело. Какие-то затяжные повороты. Букрин. А, это где плацдарм, Кагарлык направо. Короче, куда-то едем. Витя заходит. Опять заносим мы. Что-то занос пока не проходит. Трасса не готова. Трасса не готова, да. Протирани дворниками. Куда эта бригада едет? Ну вот этот пилот экстремал жесткий. Меня из-за того, что сегодня на лебедке тягали, все силы закончились. Энтузиазм. Я опозорен. Держись. На месте. Да, все. А, ну Михалыч, ну он и так перегулял сегодня. Что тут Жигули? Не, Ford Focus. Что, развернуло, да? А, он с ним разъезжался. Блин, дрифтим мы. Что тут, каток? Тупо каток. Да, каток жесткий. Витя начинает свой ржищевский дрифт. Нормально угла даем. Леня что, дрифтит тоже? Да. Это называется дрифт на 33 колеса. А ну давай к Лене ближе. Как-то он очкует дрифтовать. Боком идем. 5. Да, вообще непонятно. Я поражаюсь просто. Правильно. Глянь, ветер пошел, точно. Метель началась опять. У нас как обычно, к концу оффроуда метель, переметы, гололед, дрифт. Дрифт идет полным ходом. Витя дрифтит просто нереально. Дрифтит со спокойным лицом. Со спокойнейшим просто. В капюшоне. Одел капюшон и дрифтит. Жестко. Да, да. Леня дрифтером был, говорит. Слышишь?
странно даже. Странно даже, да? Леня на дрифтера вообще не похож. Твой голос на дрифтера совсем не похож. Продолжаем нелегкий путь. Шашлыками уже пахнет, слышишь? Да слышу, да. С лучком. Во сне только. Тут какая-то жесть, и встречки идут. А у тебя фары не работают? У меня накаляется реле. Что-то слишком много на него нагрузки. И когда шашки, и когда это... Шашки выключи, фары включи. Я не могу, у меня все на одном коннекторе. Что-то ты не продумал. Я и так уже эту фару отсоединил. Т4. Внедорожник какой-то. Генга, нормальный набор навстречу. Фура остановилась. Пропускает нас. Маршрутка, да? Транспорт для спивробитных в якийсь. Отвечаю. Какие-то пии тут. Вот эти пии первый раз уже слышу. Пии, смотри, тут такие интересные глухие места вообще, да? Вроде Киев недалеко. Такое. Да, глухие, да? Мы уже на трассе почти, вот. В другом мире вообще. Короче. Колбасу жарим дома все на сковородке, да? Да, на какую-то трассу выскочили пошире. 49, 105 километров. Ого! До моего дома. 105 км. Руслан, поедешь ты со мной? От дома. Да. Что, по традиции, Руслан? Дрифтовать? А, давай. Мы а, как... заезжать через этот? А, нет. Балдуфакер, ну шо? Глянь, как он валит вообще по целине. Прямо вправо давай. Ой, хорошо. Чуть не проехали. Блокировка решает, да? Ну да. Сейчас я выйду, будет легче, подожди. Uber рулит. По традиции мы, как обычно, находимся на заправке. Ну, немножко в другом месте, но... Вот небольшой. Уперлись в бруствер. Ну, а что ему не нравится? Уперлась там чуть-чуть. Следующий. Так, Витя не сдается, продолжает борьбу. Не, еще можно побороться. Чуть-чуть. Не, Витя! Назад! Не идет немного. Подвисли. Чуть не проехал.
следующий есть. Притормозил и газ, и все. И готов, да? Так, есть контакт. Покажи, как ехать надо. То дилетанты понакупают внедорожников. Я говорю, где-то возле Киева надо пару заправок выбрать и кататься. Мы не там ездим вообще. Витя, тебе нужна Нива. Да, наверное, да. Сейчас едем смотреть желтую второй раз. Витя, почему не катаешься? Застрял. Подъедь под лебеди, Витю. Это Нива, это вам. Вообще. Видите, что не так? Вообще опасно. Да и Нива может. Витя, надо менять машину сегодня. Не верь. На УАЗ Витя предлагает уже меняться. Да нет, цари. Да не, давай. Даже Паджеро не едет, понял? Даже Паджеро обосрался. Витя не в ту сторону поехал. Нормальное кино получается. Казино, блин. Думаешь? 100%. Джиперов на заправке не пускать. Так, следующий. О! Вот это нормально, давай. Смотри, это заразная хуйня. Сейчас Леня вклипает. Сейчас Леня. Там же это скользота. Школа Вити, что ты хочешь? Мы в прошлый раз они не застали просто. Семеро. О, следующий. Да, по Витиной траектории пробитой, понятно, что. Где? Знакомый. Давай починить. Так, Андрюха, где босс? Мама. Так это лагерь уже, видите, как твердо мать, видите? Доставай пилу. Пора бы уже лагерь делать, господа. Не, ну это, давай там, где Антон рядом. Отъезжай. Смотри, тут не просто, но реально. Это тебе не гелик, машина не та. Антоха, вот тут хорошее место, посмотри. Через мусор. Трамплин. Все, поехали дальше. Да нет, тут же лагерь у нас. Тут и туалет, и все, и еда, блин. Скоро на всех въездах на заправке в Киевской области это фото, типа, этого не пускать, будем в казино. Да? Этот портит газон.
Тебя уже ищут, мне кажется. Слава богу, что Крис не ругается. Был бы Уайт, сейчас бы заругал уже. Да, да. Хорошо, что портрета женщины нету на уровне лица. Опять бы мучал, да? Или красивого мужчины.